Я слышала сказания о таких, как ты, ведьмак. Ты мутант, созданный магией. Бродишь по континенту. Мы ведьмаков не жалуем. Охотишься на чудовищ за награду. Я думала, у тебя клыки, рога или что-то в этом роде. Я их давно отбросил. Тебя тоже называют чудовищем. Почему бы не убить их? Тогда они будут правы насчет меня. Мы шли каждый своим путем, но наши судьбы сближались. Нужно найти Геральта из Рима. Не осуждай меня. Говорят, ведьмаки лишены человеческих чувств. Во что ты веришь? Зло — это зло. Меньшее. Большее. Среднее. Суть одна. Принцесса Церилла, твое предназначение. Я не могу ее защитить. Отмахнешься от нее. И навлечешь большие беды на всех нас. Вот и узнаем.